что? Все. Где? Везде. Когда? Сразу. Команда «Ависмы» снова на городском интеллектуальном чемпионате среди молодежи. И в этот раз взяла золото. Третий этап, как и предыдущие, включал в себя 4 категории. Школьники, студенты, работающая молодежь и профессионалы. Именно в этой категории наши знатоки из команды «В смысле» заняли первое место. Поздравляем и ждем финал.